публичным заявлением выступил глава лаборатории Уханьского института вирусологии Юань Чжимин. Он прокомментировал слухи о якобы искусственном создании COVID-19 китайскими учеными, его цитирует телеканал КДН. «Этот вирус никоим образом не исходит от нас», — заявил Чжимин. Он также добавил, что считает невозможным создание SARS-CoV-2 силами человечества. Глава лаборатории подчеркнул, никто из сотрудников его учреждения не был инфицирован. Чжимин признал, что ассоциации с биологической лабораторией в Ухане могут возникать, так как именно там, как считается, произошла вспышка инфекции, однако, по словам ученого, людей сознательно пытаются ввести в заблуждение некоторые СМИ. Ранее телеканал Fox News сообщал, что коронавирус SARS-CoV-2 мог быть создан в лаборатории в Ухане, а якобы первым инфицированным был сотрудник этого учреждения. Китай подобную версию отвергает. По последним данным, в мире заражены коронавирусом уже более 2,3 миллиона человек, умерли свыше 160 тысяч.